У нас нет сейчас свободной машины подкинуть меня до самолета. Да, решил выступать на суде. Спасибо. Да. Спасибо, до свидания. Почему 50? Дело в том, что в этом году пьесе, прошлым летом в Чулимске, исполняется 50 лет. Она была написана в 72-м году, это последняя пьеса Вампилова, и мы в честь юбилея решили собрать вот все спектакли, которые идут по этой пьесе, во всех городах России и даже мира. И какие-то мы показываем в интернете онлайн, какие-то вот вживую, как это возможно. И у меня для вас большой подарок. Дело в том, что члены жюри заранее уже смотрели этот спектакль, где-то уже не первый раз, и мы приняли решение вас отметить, наградить золотым дипломом лауреата фестиваля «Чулимск 50», дипломом спектакля. Минимум 20 полных телеверсий спектакля «Пошли там в Чулимске». И зная историю очень многих других постановок, вы действительно сделали это здорово. Вы просто большие-большие молодцы. Спасибо вам огромное. Знаете, я бы хотела в качестве такого небольшого, что ли, бонуса, может быть, в этом зале не все это знают. Дело все в том, что у этой пьесы вообще было две редакции. Да? И в первом варианте Валентина, к сожалению, заканчивала жизнь самоубийством. Звучал выстрел ружья. И Вампилов поначалу настаивал на таком финале этой пьесы и показал даже ее актерам Иркутского театра драмы имени Охлопкова. Они очень сильно расстроились и говорили ему, ну, может быть, все-таки финал какой-то будет другой. И прошло несколько дней, и Александр Вампилов зашел к актерам Иркутской драмы и, вручая новую рукопись с новым финалом актрисе Елене Мазуренко, сказал: «Запомни, Лена, что бы ни случилось в жизни, всегда сажай свои цветы». И я хотела бы, чтобы и вы, зрители этого спектакля, вот просто запомнили слова драматурга Александра Вампилова. Что бы ни случилось в этой жизни, всегда чините палисадник и сажайте свои цветы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Встреча с Вампиловым непростая была, сложная, сами понимаете, тема какая прекрасная, про любовь. Автор трепетный, очень честный, очень искренний. И нам непросто соответствовать его уровню. Мы еще учимся. И желаю нам всем на этом пути успеха. Спасибо за внимание. Thank you.
спасибо.